командир сказал Юдину, там он не у вас. Ну, то, что ты собираешь там. Сказал, что он вроде как вам что-то объяснил, чтобы вы занялись этим вопросом. Организации и управления мероприятиями по ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, органов управления и сил по 9 водным федеральным уровням и 74 водным межрегионального и регионального уровней. Организована работа 83 комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности. Общей численностью более 35 тысяч человек, проведены смотры их готовности. Проведены аварийные спасательные работы, в том числе на критические важные. Развернуто 92 подвижных пунктов управления, 188 подвижных пунктов питания в местах проведения практических мероприятий.